Здравствуйте, дорогие дамы и господа, да благоволит к нам Господь, с вами Джон Клюкер. Следующий отчет по проекту ВАФ за 26 мая. Сначала взгляните, сегодня я собрал немножко зелени. Вот вышел на пустырь, тут раньше был дом, снесли Ленинградская 6-8. И здесь вырос иван-чай, вот видите, это сухие побеги прошлогоднего иван-чая. Вот зашел свежий иван-чай. Вот этот зелененький, вот этот тоже, сейчас он почему-то красноватый, не знаю. Вот сейчас эти побеги буду собирать, потом вот смотрите, молодая крапива. И тут еще где-то был одуванчик, сейчас покажу. Так, ну одуванчик я в другом месте видал. Здесь что-то на этом пустыре одуванчика не видать. Вот сейчас я вам покажу вот листочки мачеха, вот это вот. Вот это листочки. Ну, сейчас я их не буду собирать, их это заваривают. А, вот, кстати, одуванчика полно. Вот сейчас здесь пособираю. Ну, в общем, пособираю, потом уже вернусь к эфиру. Еще я тут видел, вот, говорят, вот это тоже съедобная трава, называется заячья капуста. Может, кто знает, действительно она вот съедобная. Разогреваю остатки бульона, добавил туда каши пшенки, потом вот сюда хочу, вчера что я лук делал оставшийся, сюда вот этот одуванчик, ну сейчас помою, порежу и добавлю в лук, перемешаю и попробую, что за салатик получится. Вот еще собрал молодые побеги иван-чая, вот такие они. Ну, все такие, как так сказать, верхушки я пособирал. Я сегодня просто попробую, что за вкус этого листа. А салат, наверное, скорее всего, завтра буду делать из иван-чая. Сегодняшний ужин будет у меня состоять вот из этого бульончика с кашей, пшенкой и вот этого салатика. Этот пар идет, и запотела видеокамера. Пришлось добавить еще туда все-таки побеги иван-чая. Потому что этого одуванчика я порезал и получилось слишком мало. Вот это я еще побеги иван-чая добавил. Я еще попробовал перед тем, как, ну, просто чисто побеги иван-чая попробовал и побеги одуванчика. Иван-чай такой на вкус, ну, такой как трава такая, просто как, ну, не знаю, как объяснить, безвкусная. Одуванчик немножко типа вроде как с горчинкой. И салатик я тоже уже попробовал, ну, на вкус такой приятненький. Думаю, сейчас вот пока молоденький иван-чай будет расти, буду вот этот салат делать периодически. Итак, посмотрели вы, что сегодня я насобирал. Подготовку к ужину. Сейчас я буду ужинать. Все горяченько у меня. Проведу дегустацию этого салата. Интересно, что за салат получился. Сейчас попробую. Начну с супчика. Это в супе как будто соли не хватает. Ну, салат я вроде так соли много добавлял. Сейчас буду кушать салат и распробовать, что же за салат такой получился. На севере зелень очень такая ценная вещь. И вот смотрите, уже не надо покупать в магазине, а зелень на севере в магазинах она дорогая. Укроп зимой был вроде по 300 рублей за килограмм или по 240 за килограмм зеленый. Лук я сейчас уже не знаю зеленый почем. Ну тоже в районе 200 рублей. Ну вот этот лук, который я вчера сделал, этот луковый салат, он какой-то это, ну старый лук, во-первых. Ну и вот этот лук, он как с какой-то горчинкой попался. Бывает лук нормальный такой попадается.
А этот лук вот этот большой, не знаю, почему-то вот он с горчинкой какой-то. Сейчас у нас свежий лук стали продавать, он у нас за килограмм по 60 и по 65 рублей вроде бы, свежий лук. Ну не знаю, вкус перебивает лук. Я только чувствую лук, потому что лука тут, в принципе, вроде бы и как бы зелени больше. Там еще вы пишете в комментариях, там горох свари. Ну и еще до этого писали, там фасоль свари, в общем, это. Я бы, конечно, сварил бы, купил, но я просто ограничен рамками проекта, потому что я закупил продукты на месяц. И мне по принципам проекта нельзя делать лишних трат. У меня увеличатся расходы, если я там, допустим, горох куплю. Это надо было заранее как бы, ну, килограмм гороха покупать. Или там килограмм еще фасоли. В общем, лук перебивает вкус одуванчика, вкус это иван-чая. Это надо делать как-то салат. У меня, кстати, рецепт попадался, там салат из одуванчика, не помню там. Потом, может быть, приготовлю, вам покажу уже в приготовлениях пищи. Вот. Я так думаю, хороший салат, знаете, какой получится? Одуванчик. Два зубчика чеснока. Лук свежий, не такой лук, который ну, с какой-то горчинкой. И там соли, что-то такое. То есть, чтобы именно чувствовался вкус одуванчика. Ну, есть можно, в общем, эту зеленку. Она так, ну, я уже сказал, нейтральный такой вкус. Так, в общем, кушать можно. Съедобная пища. Что я сегодня кушал на работе? Так, с утра я что, просто зеленый чай попил. Зеленый чай. И вот что-то сладкое, не помню. А, вроде бы шоколад какой-то там Ворнет приносил. Или он попозже принес, открыл. Он принес это скорлупу от шоколадных яиц, в общем. Вот. И там еще шоколад. А, шоколад там был вдохновение, приносил наш это, бывший работник, пенсионер приносил на работу. Он иногда захаживает, приносит там шоколадки. Чай иногда приносит. Ну так, приходит пообщаться со своими, ну, закадычными работниками, в общем, ну, с кем долго проработал. Вот. Потом после обеда там печеньки принесли, я штук 5 печенек съел. Ну, вот 5 долек шоколада в течение дня съел, 5 печенек съел. И вот этих скорлупу от шоколадного яйца, ну, вот это киндер-сюрприз. Наверное, там ну, одна вот целая скорлупа, там Ворнер целый пакет принес, в общем. Вот. И вот сейчас вот дома, сейчас вот только сел кушать. Наверное, завтра, 27 мая, сделаю контрольный замер веса. Сколько я потерял вес, не потерял, не знаю. Все, спасибо за внимание.
На сегодня отчет закончен. Всем всего доброго. Следите за проектом. До свидания.